Клещи продолжают атаковать, и в группу риска попали дачники. По последней информации Роспотребнадзора региона, на сегодняшний момент от нападения животного пострадало более 2800 человек, в их числе 804 ребенка. Как уточняется ведомством, каждый четвертый из укушенных работал на приусадебных участках. При этом с начала сезона активности клещей вирусным энцефалитом в Зауралье заразились 4 человека, все взрослые и не были привиты. От развития опасного заболевания медикам их удалось спасти.